Здравствуйте, с вами Екатерина Воронченко. Завершение мая выдалось довольно сырым, не спешит финальный весенний месяц и повышает температуру. Что же нам предложит завтра? На севере днем до плюс 18 градусов выше нуля, будет облачно с прояснениями. И ждем кратковременный дождик в расписании, будет довольно ветрено. Ночная температура до плюс 11. В Дубасарах и Григориополе днем до плюс 19. Также небо затянуто облака, омрачит картину дождик, но солнышко все-таки будет временами проглядывать. Но будет ветрено. А вот ночная температура до плюс 12. На юге картина похожая. 17-19 днем с плюсом. Облачно. Ждем дождик кратковременный. И ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 7-10 метров в секунду. Иногда его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Ночная температура 12 градусов выше нуля. В последующие сутки без особенных изменений. На этом все. До встречи.